Привет, друзья. Дети, привет. Посмотрите, какая у меня зимушка сегодня. Просто обалдеть. Стою, смотрю в окошко, глазам не поверила. Снежок выпал, хоть и чуть-чуть. Посмотрите, как Калина смотрится красиво. Снежку, ягодки висят. Странно, но птички Калину не клюют. Я все время оставляла птичкам. Почему-то птички не любят. А Зара моя любит. Как красиво. Смотрите, твой кошар мой. Обломанный. Ой, какая прелесть. Просто обалдеть. А ветра сегодня нету. Морозик небольшой. -3. Показывает на градуснике. Хотя снег так скрипит, как будто он липкий. То есть больше к нулю похоже. Ой, смотрите, какая красота. Какой можжевельник пушистый, красивый. Пойдем посмотрим ему капустку, которая упорно сидит. Упорно сидит моя красотка. Ох, какая красотка. Ох, какая красотка. Сейчас покажу вам розочку. Розочку мою лежачую. О, какая розочка красивая. Просто обалдеть, какая розочка. Ой, как сегодня хорошо на улице. Ой, сегодня можно и по улице походить. Ой, а то был такой гололед, такой гололед. Хотя, может быть, там во дворе и гололед под снегом. Непонятно, может, подтаял за ночь. Сейчас же погода не поймешь. То ноль, то плюс, то минус. О, какая ива красивая. Смотрите, как красиво. Просто обалдеть. А воздух такой свежий. Ой, какой свежий воздух. Ой, можжевельничек какой красивый. Какой красивый пушистик. Какой красивый мой пушистик. Ай, какой красавчик. Цветочки в снежку. Вон сосна моя маленькая. Смотрите, какая красоточка. Ой, какая красотка. Вся в снежку. Если обтряхнуть. Ой. Он прилип. Снежок прилип, липкий. Значит, все-таки ближе к плюсу. Температура. О, лапы, котище чужой, противный. Весь забор поцарапал, он прыгает, лазит. Зараза. Посмотрите, ой, на улице вон у меня елочки какие красивые. Ой, поближе, чтобы показать. Я ключ забыла взять от калитки. Ой, как здорово. Ой, как здорово. Сейчас покажу вам, как красиво смотрится казацкий можжевельник, когда он в снежку. Ой, какой красавчик, посмотрите. Посмотрите, какой красивый пушистик. Вот можжевельничек голубой, тоже не в снежку. А тут у меня маленькая елочка сидит. Я ее буду так формировать, чтобы она была маленькой, пушистой. Когда она подрастет, она очень маленькая. Вот такая вот у нас сегодня красота. Просто прелесть. Вот смотрите, веточки остильбы. Не обрезанные, как красиво смотрятся в снежку. Чудо. А это мята. Веточка мяты, которая выросла прямо из асфальта. Видите, какая красотка. О, было бы побольше снега, можно было бы лепить снеговика. Да, ну, очень мало. На завтра пишут +2, так что, скорее всего, он весь растает. Но хотя бы не этот самый, не так скользко. Потому что вчера вообще еле дошла до Зары, чтобы ее покормить. О, цветочки всех покрыл. Тепленько. Тепленько под снегом. А вот и Зара. Чего-то она сегодня бастует, не хочет кушать. Почему ты не кушаешь? Ну-ка быстренько иди кушать.
Ну-ка, быстренько иди кушать, покажись сюда. Покажись, красотка. Зарка. Зарка. Красотка. Всем привет, скажи. И всем пока. Пойду Аську свою кормить. Пока-пока.